Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Продолжаем цикл видео-лекций, видео-информации по краткому отборочному тесту, в простонародье КОТ. Напомню, что тест содержит в себе 50 вопросов. В литературе, в интернете существует огромное количество, просто огромнейшее количество различного рода ключей к данному тесту. С чем это связано, вполне естественно и понятно, но надо сказать одно. Большое количество, 99,99% этих ключей содержат в себе ряд ошибок. С чем это связано, непонятно. Это встречается в литературе, это встречается в ключах, выложенных в интернет. Непонятно, с чем это связано. В данном случае я горд вам представить абсолютно, совершенно точный ключ краткого отборочного теста. Ключ представляет из себя таблицу. Так вот она выглядит. В тесте 50 вопросов и, соответственно, номер вопроса в одном столбце, в другом столбце. Ответ правильный на вопрос номер 1, 3. Ответ правильный на вопрос номер 2, 3. Ответ правильный на вопрос номер 3, 2 или 4. Ответ правильный на вопрос номер 4, да. И так далее. Вот такой вот простой, абсолютно точный, абсолютно верный ключ к тесту, краткий отборочный тест. Вот сейчас я вам его продемонстрирую полностью. Мы будем рады предоставить вам эту методику в полном объеме с его инструкцией, стимульным материалом, ключом. Пишите нам на почту, отписывайтесь на форуме нашего сайта, оставляйте комментарии к этому видео. Давайте будем общаться, уважаемые психологи, коллеги, психофизиологи. Пожалуй, на этом все. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое и удачи!